Привет, привет, ребятки! Сегодня мы продолжим играть в красную машинку против хищных машин. И в этом видео мы постараемся разблокировать наконец-таки грейдера, который намного мощнее, чем даже наша прокачанная карборгиня. Но для этого нам нужно 1000 кристалликов или рубинчиков, а у нас сейчас 421. Поэтому мы сначала пройдем 23 уровень, заработаем кристалликов, и тогда уже постараемся разблокировать долгожданного грейдера. Так, у нас показывают, что в этом 23 уровне, по идее, должен быть новый бомбер Вик, которого нужно остерегаться. Ну, посмотрим, как наша красная машинка сможет с ним справиться. Так, стараемся собирать кристаллики, потому что в первую очередь мы из-за них сюда примчались. Так, нас уже атакуют. Атакуют и сверху, и с неба, и с земли. Но мы стараемся противостоять всем врагам. Так, едем, 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 стараемся. Ух ты, ух ты, там у нас куча машинок. Куча машинок, Бигфут, потом мистер Цепок. Я его так хочу называть. Так, стой, Бигфут, едь вниз. Давайте, катайтесь по кругу. Я подождусь. А, они, в общем-то, всегда будут по кругу кататься. Ладно, погнали. Нет, подожди, сейчас он проедет. А мы аккуратненько возьмем ящичек. Взяли, молодцы. Нам еще два ящичка нужно. И вызовем для них метеоритный дождь. Неудачно я его вызвал. Хотя нет, он с ними расправился, но все-таки они мне помешали для того, чтобы проехаться по колесу и собрать там кристаллики. Какие нехорошие хищные машинки. Ну ладно, мы постараемся компенсировать это все другими местами. Так, ух ты, комбайн, здесь комбайн. А у нас мало жизни, у нас очень мало жизни, нужно... И васаби подключилась. Ой-ой-ой, атака, нам нужны жизни, дайте жизни. Отлично, взяли теперь бомбы. Взорвали комбайна. Васаби, тебя тоже взорвали, удачно мы. И уже спокойненько едем дальше. Так, маленький Смартин нам вообще никак не могут помешать, потому что он, ну, очень-при-очень слабенький уже для нашей прокачанной карборгини. А вот клоуны, которые в колесах... Так они, по-моему, называются. Хотя, может быть, и не так. Но я их буду называть шипастые клоуны. Получайте, они делают много нехороших вещей для нас. Так, а я, по-моему, заехал куда-то не туда, в тупик. Я надеюсь, если я назад вернусь, там не будет обрыва. Хотя обратно вернуться не так-то... Ой, не так-то и легко. Давай, машинка... Нам нужно назад вернуться. Так. И вниз. Там обрыв. В общем, пользуемся жизнью. Так, ладно, едем дальше. Больше сюда мы... Ну как так-то, ребятки? Я погиб. Хорошо, хоть можно забрать кристаллики, которые мы, даже не пройдя этот уровень, заработали. И сразу тогда пойдем, не доиграв 23 уровень, пойдем зарабатывать на грейдера, на арену. И уже с грейдером мы придем на 23 уровень и покажем им всем класс. Так, ладно, потом посмотрим, что у нас там в монстропедии. Играем. Надеюсь, у нас получится с первого раза. Давай, машинка, мы в тебя верим. Нам нужен грейдер. Упс. Тут еще и котел есть. А нам придется возвращаться, перелетать этот котел. Еще один котел. Ух, как здесь все опасно, ребятки. Здесь очень опасно. Надо быть внимательными. 1000 кристалликов нужно использовать с умом и сообразительностью. Так, первый контейнер мы забрали. Едем обратно. Получайте от меня бомбы. А, у меня нету бомбочек. А их не взял. Не так удобно налево ехать.
А перелетать так тем более, как же я перелечу через эти преграды, через котел. Ай! Жизнь, используем тебя. Восстанавливаемся. Вот бы в этот котел снова не залететь. Что вы делаете? Что вы делаете? Я не хочу в котел. Я буду стараться лететь вверх и пролетать этот котел. И стараться не упираться на циркулярочки. Так, есть. Первую коробку оставили. Врагов все больше. Ух ты, какие автобусы здесь. Так, мне обязательно нужно держать запас турбо. Обязательно нужно это делать. Желательно ехать поверху. Автобусы появляются. Мне нужны жизни. Так, скрестим пальчики. Перелетаем поверху. Так, покручусь, пока есть возможность. Летим дальше. Есть, вторая коробка есть. Уезжаем скорее от этих врагов. Получай автобус, и тебя не боимся, и тебя, клоун. Так, сейчас скоро будет... Будет здесь скоро котел. Нужно его грамотно перелететь. А вот здесь нужно разогнаться. Сюда влететь. А вон он и Вик. Ай-яй-яй-яй, нет, пожалуйста. Так, мне нужно ускорение. Обязательно ускорение. И взлетаем. И летим. Еще ускорение нужно. Так, вот циркулярочки только мне не нужны. Так, вторую коробочку оставили. Вик, отстань от меня. Котел, нет. Я тебя больше всего боюсь. Больше, чем врагов. Так, летим наверх. Появился автобус, а мы пропустили жизни. Отстаньте от меня, пожалуйста, враги. Не донимайте меня. И без вас тяжело. Так, получайте. Последняя коробочка, пожалуйста, пожалуйста. Держись, машиночка, солнышко, держись. А враги не дремлют. Враги вообще не дремлют. Так, взлетаем, взлетаем. Жизни, мне нужны жизни. Эй! Мне нужны жизни, мне очень нужны жизни, нет! Из них никуда. Ладно, постараемся прорваться. Хотя жизней... Жизни очень мало. А, нет, нет! Ну как же так? На последнем дыхании я не смог. Это очень и очень печально. И что же теперь делать? Ладно, возвращаемся на уровни. Итак, нужно заново платить 1000 кристалликов. Их у нас нет. Но может быть на слотах повезет, ящик кристаллов выиграем. 250, это уже хорошо. Теперь за монстропедию. Здесь у нас, как эта машина-то называется? Спайк, не клоун, а спайк. За нее 850, отлично. Отлично. И мы сможем еще разок поиграть в арену. Машинка, давай, с этого раза у нас должно все получиться, пожалуйста. Стараемся очень. Трасса вроде бы нами изучена. Помним, что здесь есть котел. Помним, что нужно по возможности лететь поверху. Ничего страшного, в этот раз жизни пропустили. Что же вы мне мешаете так? Так, ладно. Сильно бояться тоже вредно. Так, первый ящик забрали. А то я чересчур сильно переживаю, и из-за этого у меня ничего не получается. Так, бомбочки забираем. Спайк, иди отсюда. Нам нужно взлетать вверх. Вверх взлетать. Нет, пожалуйста. Ух,
Это было очень опасно. Прям очень, ребятки, было опасно. Два автобуса целых на меня летит. Отстаньте, пожалуйста, автобусы. Так, котел перелетел, хорошо. Можно поувереннее себя чувствовать. Итак, первая коробка у нас есть. Едем вперед. Перелетаем врагов, пускай они тут сами на циркулярках погибают. Первый котел преодолели. Летим наверх. Так, жизни, жизни, мне нужны жизни. Падаем. Там вроде котла нету. Но он скоро может появиться. Так, покручусь, подождите, покручусь. Смотрите, я лежу на животе и не падаю. Ой, на животе, на спине и не падаю вниз. Благодаря тому, что работает этот механизм, который нужно перелететь и обязательно покрутить, заработать на турбо. Так, скоро будет котел. А, нет, все, котел мы пролетели. Так, второй короб, везем второй короб, ребятки. Сосредоточено. Не боясь никого, но в то же время сконцентрировано. Так, автобусы. Справится, что ли? Давайте вызовем метеоритный дождь. Пускай их всех тут дождем этим засыпет. Так, мы стараемся передвигаться поверху. Насколько есть возможности. Отлично, вторая коробка на месте. У нас много бомб, если что, есть. Но скоро будет котел. Первый котел, их тут два на уровне. И с ними нужно быть очень аккуратными. Так, жизни у нас много. Ничего страшного, если я пропущу. Ай, отстань! Отстань, автобус. Не до тебя сейчас. Получай пилами от нас. И бампером. Так, здесь сейчас должен быть котел. Я его не перелетел. А, нет, перелетел. Все, третью коробку беру. И меня тут сразу целая орда ждет машин вражеских. Спайк с гатором. Спайк, сколько тебе бомб надо? Лучше тебя бампером нагревать. Так, сейчас будет взлет вверх. Взлетаем. Отстань, автобус! Не до тебя сейчас реально, вообще не до тебя. Куда ты меня сбрасываешь? Мне нужны жизни, мне нужны жизни. Так, падаем аккуратненько, отлично. Взяли жизни, взяли кнопку. Энергия есть. Теперь взлетаем. Так, подождите, покрутимся. Еще покрутимся, еще один автобус. Вызываем метеоритный дождь и летим по максимуму. Сейчас будет финиш, неужели мы доедем до него? Отлично, мы сделали это не с первого, так со второго раза. Фух. И все последние коробки мы собрали. Так, отдайте нам грейдера. Мы разблокировали его? Так, что, его, наверное, еще и купить надо, да? Давайте посмотрим. Так, это наши карборгини, это танкоминатор, флаймех и вот он грейдер. Все, мы можем им пользоваться, отлично, отлично. А, так, улучшение, естественно, у него, наверное... А, все, он по максимуму улучшен. А, улучшать только можно бомбы, оружие покупать. Собственно говоря, и по устройствам нужно ему установить магнит. Бампер взяли. Кнопку взяли. Так, больше ничего мы пока скрафтить не можем. Ничего страшного, ладно. Тогда мы покрутим слоты. Так, заработали жизнь, отлично. И так мы пойдем на тот 23 уровень, который с крашенной машинкой нам не удалось пройти. Кстати, он у нас почему-то с одной звездой отмечен. Не, мы его не прошли, ребятки. Нам нужны отсюда ящики и две звезды, как минимум.
Ну что, так, средний режим. Причем, ох, какой он большой, грейд. Ох, как он едет. Какой он крутой, огромный. Быстро едет. Надо как-то с ним совладать аккуратненько. Васаби пристает. Да, он очень быстрый, но в то же время он не такой компактный, как красная машинка. И мне нужно немножко с ним познакомиться поближе. А получаете метеоритный дождь. Тишь вы, атаковали меня. Ага, отведали бампер грейдера. Так, а теперь аккуратно нужно сразу залететь в это колесо. Так, как грейдер у нас по колесу едет? Отлично едет, мощность двигателя у него высокая. Едем дальше. Летит коптер, слышу его. Ребятки, я застрял. Вот тебе и грейдер. Реально, я не могу пошевелиться никак. В общем, первый минус грейдеров — это то, что они застревают в трубах. Он настолько огромный, что... А ну-ка, бомбочками. Нет, бомбочками я себя не двигаю. Никак. Ничего не могу сделать. Придется заново. Да уж, с этим я не ожидал, что столкнусь. Ладно, попытаемся в этот раз не застрять в трубе. Грейдер, слышишь? Старайся, пожалуйста. Ты мощный и огромный, но нужно как-то умудряться в трубы пролезать. Так, первая труба пролезли. Тут у нас будет сейчас ящичек. Забрали. Вызываем метеоритный дождь, чтобы сразу наказали всех машинок. Ладно, собрали мы здесь все кристаллики. Так, вот сейчас будут трубы. В них нужно очень аккуратно влезть, пожалуйста, грейдер. Так, я специально уменьшаю разгончик. Так, коптер летит. Коптер, получи, получи с нашего пилогана. Так, все, все, отстань, отстань, Спайк. Я не хочу застревать в трубе. Отлично, проехали то место, и теперь к нам подключается комбайн. А жизней-то у нас мало. Ой, как мало жизней. Что, я опять застрял? Так, Васаби, отстань. Отстаньте от меня. Вот она, жизнь. Отлично, я помню, что она здесь. В прошлый раз мы ее тоже взяли. Ну, пока, ребятки, я чувствую, что самое главное преимущество грейдера — это его скорость. То, что он прет такой мощный, мощная махина, сложно за ним угнаться, но в то же время по броне вроде как от Карборгини, ну, может, чуть-чуть получше, но не прям вау. Так, здесь, я помню, мы застряли. Нам застревать здесь нельзя. Нельзя, пожалуйста! Смотрим. А, есть жизнь! Ну кто так восстанавливает, ребятки? Вы видели, они нас восстановили прямо над обрывом. Ну так нечестно. Я бы ничего не смог сделать. Ох, уже этот 23 уровень. Какой сейчас будем? Получается, третий раз мы его... Нет, четвертый раз проходить, надеюсь, получится. Первый раз красной машинкой не получилось. Второй раз мы застряли, третий раз вот такая вот ерунда произошла. Надеюсь, в этот раз у нас все получится. Так, все то же самое происходит. Вот Васаби вначале здесь, кстати, не было. Вот он появился. Так, сейчас будем брать ускорение. Отстань, Субком, смотрите, она меня вытянула, и я из-за нее не взял ящик. Ох, вы злодеи. Получайте за это метеоритный дождь, чтобы вас всех... Получили, будете знать, как приставать до грейдера. Так, сейчас будут трубы.
трубы нужно влезть аккуратненько. Сейчас будет комбайн. Получайте. Где комбайн? Нет, я застревать не хочу. Не хочу застревать. Комбайна отлично я благодаря своему застреванию бампером одолел. Едем дальше. Сверху там где-то васаби были. Острый, однако, этот соус васаби. Ладно. Так, а чё я так медленно еду? Что-то поломалось, что ли, у грейдера? Так, и вот здесь сейчас сложный момент. Нужно будет ускорение. Нужно, во-первых, убрать всех малышей. Карандашей, которые мне мешают. Для того, чтобы то место, в котором я постоянно проваливался, уже аккуратненько его проскочить. Бигфут, ты меня чуть не столкнул. Так, энергия есть. Разгоняемся. Погнали. Погнали. Проскочили. Надеюсь, больше таких мест не будет. Неужели я хотел в колесо? Ну ладно. Хоть до финиша доехали. И мы прошли, наконец-то, этот 23 уровень. Но не собрали ни одного ящика, ребятки. Ни одного. Невезучий день у нас сегодня. Хотя, как сказать... Все-таки-то грейдер разблокировали. И сейчас мы можем покрутить слоты. Для того, чтобы еще больше было кристалликов. Отлично, 250. И сделаем нашему грейдеру улучшение, наверное, в первую очередь. Ага, по пушкам мы не сделаем, потому что пулемет у нас еще невозможно открыть. Как минимум мы можем купить молотов-бомбу, которая заставляет гореть врагов. Или накопить уже на кластерную. Кластерная это, которая... Нет, не уменьшает, которая разрывается на части. Ладно, давайте пока возьмем... Нет, все-таки подкопим. И в следующем видео мы как раз возьмем кластерную бомбу. И с ней уже будем продолжать проходить 24, 25 и так далее уровни. А на сегодня, ребятки, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Fine Baby TV. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Пока-пока!